Представитель команды «Титан Москва» Артур Таузян. Артур, как тебе результаты жеребьевки? Результаты, конечно, команды не очень нам знакомы. Немножко с Королевым не было, понятно, не было в плане того, что сначала был у нас Королев, а потом добавили нам другую команду. И непонятно. Ну, будем смотреть. На самом деле не знаем команды, честно признаемся. Но нам не важно, кто у нас в группе, но цель одна – выйти из группы, с первого места, и все. Насколько «Титан» готов к данному чемпионату? «Титан» готов полностью, все ребята здоровые, все готовы, все в физически хорошей форме. К сожалению, заявка нас ограничила, мы не смогли привести всех 18 футболистов, которые у нас в заявке. Но те, кто приехали, каждый готов биться за команду, так же, как и у нас это было в Италии. Можешь ли назвать трех фаворитов, помимо «Титана», данного чемпионата для себя персонально? Для себя персонально, ну, это ЦДК в любом случае, да, там хорошие ребята, команда собрана, там коллектив такой боевой. Ну, понятно, «Титан». И, ну, я не знаю, честно, команд южных, но я думаю... Ну, Санкт-Петербург, там привезли столько команд, но мне кажется, кто-то из южных команд в призеры пойдет. Ну, там Дагестан, я думаю, там ребята, они приезжали и на КФЛ, и на предыдущий чемпионат России. Там очень хорошие, опытные ребята, поэтому я думаю, кто-то из южных команд точно попадет в призеры. Спасибо большое, вам удачи завтра в первой игре. Спасибо.